Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Тело не готово к 9-му, 10-му, 11-му, 12-му повторениям с определенным весом. Так мышцы растут, преодолевая болевой порог, испытывая боль в мышцах. Преодолевая ее, нужно идти дальше и дальше. Как раз эти последние 2, 3 или 4 повторения и заставляют мышцы расти. Это отделяет чемпиона от нечемпиона. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель. Добейся. И точка. Побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Вот чего не хватает большинству людей. Упорство. Собраться с силами, войти и просто сказать: я пройду через это, и мне все равно, что будет.